Начиная с 12 места, Зеляев Иван, Свердловская область, номер 389. Демкович Евгений, Свердловская область, номер 385. 10 место, Петницкий Максим, Тюменская область, номер 387. 9 место, Давид Андреев, Малый Игра, номер 386. 8 место, Топтунов Александр, Таганрогская область, номер 383. 7 место, Романов Юрий, Тюменская область, номер 388. Шестым решением судей становится Кубик Михаил, Кировская область, номер 384, пошел шаг вперед. Пятым решением судей Яковлев Владимир, Молдова, номер 51. Четвертое решением судей Кокорин Олег, Севастополь, номер 394. Просьба Олега Кокорина перейти на другой край сцены. Пожалуйста, на другой край. Бронзовая медаль. Решение к судьи достается атлету из Пермского края Кузнецову Владиславу, номер 392. Серебряная медаль. Разделили между москвичей пополам. Серебряный медаль Семенин Дмитрий, Москва, номер 393. И чемпионом становится бурмистр Денис, Москва. Номер 391. Чемпиона. Александр Федоров, я вижу, на графике комментирует во всем нашу прямую трансляцию.